Меня зовут Плохотников Иван Александрович. Я заместитель главного врача ночной больницы по оказанию хирургической помощи. Наше лечебное учреждение называется Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение. Это самое большое лечебное учреждение по оказанию как экстренной, так и плановой помощи на территории Донецкой Народной Республики. За время проведения боевых действий на Донбассе мы выполнили более 35 тысяч оперативных вмешательств. Это как операции по спасению жизни как военнослужащих, так и мирных граждан, которые пострадали вследствие проведения боевых действий, так и операции и плановая консультация, обследование, диагностика, реабилитация обычных мирных граждан. То есть ежегодно мы консультируем более 1 миллиона людей. У нас коллектив состоит из 2500 сотрудников. Больница развернута на 1200 койках. Мы благодаря нашему слаженной работе, нашему коллективу не закрыли ни одно отделение в больнице. Хотя нам не так просто, но мы продолжаем работать, оказывать помощь всем без исключения людям. Естественно, того финансирования, которое мы получаем, не совсем достаточно для нас. И поэтому за все время проведения боевых действий, за все время, когда мы живем в такой сложной обстановке, благодаря и гуманитарным миссиям, организациям, и чуждым людям, мы можем себе позволить расширить наш кругозор и оказание помощи медицинской. Причем от самой простой это помощи пострадавшим, и нужно зашить рану, выполнить перевязку, так и в сложных направлениях это оказание помощи нейрохирургической, выполнение операции на сердце, выполнение операции на легких, брюшной полости, органов мочевыделительной системы. У нас работает 4 анимационных отделения. Есть отделение акушерское, гинекологическое, ежедневно рождаются дети. Есть отделение наиболее сложное и проблемное, это отделение хронического гемодиализа. Это пациенты, которые не могут жить без аппарата искусственной почки. И вынуждены 3 раза в неделю выполнять данный метод очищения крови. Сегодня мы благодарим общественную организацию «Патриоты Новороссии» за оказанный вклад в виде помощи медицинским инструментарием и перевязочным материалом. Вот данный медицинский инструментарий – это пинцеты, зажимы, иглодержатели, то есть это общий хирургический инструментарий, который ежедневно применяется в нашем лечебном учреждении для выполнения неотложных оперативных вмешательств. Пускай это не специализированный, не самый сложный хирургический инструментарий, но и без него мы не сможем выполнять вмешательство по спасению жизни граждан. Мы всегда открыты и помогаем всем без исключения людям. Мы будем благодарны, что если какая организация общественная, какая Патриоты Новороссии, у нас будет диалог, мы будем дальнейшее сотрудничество иметь и получать помощь любую. Начиная от бинта и заканчивая, может быть, расходными материалами для оказания помощи пациентов при операциях на головном мозге и сердце. Гуманитарную помощь передали фонд «Тобор» Швейцария, председатель этой организации Людмила Хаузер. Я хочу поблагодарить ее за оказание помощи.